Телеканал «Россия-1» запустил флешмоб в социальных сетях «Россия танцует дома». К флешмобу уже присоединились сотни людей разных возрастов. Мамы и папы, бабушки и дедушки, дети, спортсмены, артисты публикуют видео с танцами на своих страницах в социальных сетях. Учат страну танцам профессиональные хореографы и участники шоу «Танцы со звездами». Видеоуроки можно найти онлайн на официальных страницах телеканала «Россия». Правила простые. Запоминайте движение, записывайте видео своего танца и публикуйте в социальных сетях с хэштегом «Россия танцует дома». Лучшие видео покажут в эфире канала «Россия-1».